Михаил Игнатьев также отметил, что в республике снизилась младенческая смертность. Материальная поддержка многодетных семей дает свой эффект. Растет количество занимающихся спортом. Сразу после доклада наша съемочная группа взяла комментарии у тех, кто в зале слушал отчет о работе Кабинета министров. На самом деле очень было приятно присутствовать на данном мероприятии. Очень приятно было слышать отчет главы Чувашской республики о деятельности Кабинета министров Чувашской республики. Видна положительная тенденция в развитии Чувашской республики, несмотря на то, что мы находимся в сложный период для нашей страны. Но мы видим положительные стороны развития нашей республики. И мы верим, что тот курс, который выбран главой Чувашской республики и той командой, он будет продолжаться, и 2015 год пройдет для нас только в положительных чертах. И вот сегодня в докладе прозвучало как раз то, что в рамках реализации федеральной целевой программы по строительству физкультурно-спортивных комплексов во всех городах и районах Чувашской республики, она, программа, была завершена, и эти ФСК были переданы на баланс спортивных школ. В нашем случае это послужило улучшению работы по отбору и поиску молодых талантливых спортсменов для подготовки, опять же, повторюсь, спортивного резерва для сборных команд.